Новости на государственном телеканале «Западная Армения». Здравствуйте. Короткий обзор новостей на сегодня. В Париже на площади Трокадеро состоялась акция поддержки армян Арцаха. Депутаты Национального собрания Республики Арцах обратились к лидерам стран, сопредседателям Минской группы ОБСЕ. Армянское Рождество в Драгинян. Представители Красного Креста в очередной раз посетили армянских пленных в Баку. Тип идентичности – амшинцы. Первый памятник, посвященный геноциду против армян в Восточной Армении. Тайны жизни и смерти, согласно учению Айкяна, Каджик Степанян. В Париже на площади Трокадеро состоялась акция поддержки армян Арцаха, находившихся в блокаде. В рамках акции выступил президент Республики Западной Армении Арменак Абрамян. В своем выступлении Арменак Абрамян отметил, изгнанные армяне Шуши обратились с просьбой представить вопрос об открытии единственной дороги, связывающей Арцах с Арменией. Арцах является частью Республики Западной Армении, признанной в 1920 году. Армяне Арцаха уполномочили меня подать заявление против Азербайджана в Европейский суд по правам человека. Арменак Абрамян также отметил, Азербайджан подвергает этнической чистке армян Арцаха в Шаумянском, Мартакерском, Шушинском, Кашатахском, Карбачарском и Гатрутских районах. Это преступление против коренных армян. Мы, армяне Арцаха, армяне, разбросанные по всему миру, должны сплотиться, поскольку у нас есть миссия по укреплению нашей безопасности. Да здравствует Арцах, да здравствует Западная Армения. Депутаты Национального собрания Республики Арцах во главе с председателем Национального собрания обратились к лидерам стран с сопредседателем Минской группы ОБСЕ, президенту Российской Федерации Владимиру Путину, президенту США Джо Байдену, президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом предпринять конкретные действия по открытию Берцовского коридора или задействованию аэропорта Степанакерта. В заявлении депутатов, в частности, говорится, единственный путь, связывающий Арцах с Арменией и внешним миром, остается закрытым. Арцахская проблема – это единственный конфликт, в котором почти все страны сопредседатели Минской группы ОБСЕ имели одинаковую точку зрения. Призываем цивилизованный мир, в частности страны сопредседатели Минской группы, предпринять конкретные действия по открытию коридора или задействованию воздушного моста Степанакерского аэропорта, что позволит в зимний период предотвратить военную ситуацию в Арцахе. Западная Армения предпринимает все возможные усилия для открытия Берцовской дороги, предполагая, что сопредседатели ОБСЕ должным образом отреагируют на эту проблему, которая уже вызвала серьезный гуманитарный кризис. По инициативе Союза армян Драгинян и патронатом председателя господина Жерара Беруда, армянская община Драгинян 8 января 2023 года организовала встречу по случаю армянского Рождества, на которой присутствовали более 100 человек. Господин Беруд отметил, Союз армян Драгинян в соответствии с ведением распространения армянской истории, традиций и культуры осуществляет многочисленные программы для содействия армянскому народу. В числе приглашенных были президент Республики Западной Армении Арменак Абрамян, министр иностранных дел Лидия Маркусян, депутат 8-го избирательного округа Национального собрания Филипп Шрек, а также руководитель многих ассоциаций. Господин Абрамян представил, в какой ситуации оказался армянский народ и Западная Армения, как работает Западная Армения для защиты прав армянства, напомнив, что Западная Армения и ее неотъемлемая часть Арцах являются оккупированными территориями. Арменак Абрамян отметил современные правовые основы существования Западной Армении, согласно которым рассеянное по всему миру армянство должно защищать территориальную целостность Армении. Господин Абрамян также добавил, что подал заявление против Азербайджана в Европейский суд по правам человека на основании мандата, данного шушинцами. Министр иностранных дел Республики Западная Армения госпожа Лидия Маркусян выступила с речью о нынешней ситуации, отметив позицию Франции на последних заседаниях Совета Безопасности ООН, выразив благодарность национальному собранию и Сенату за голосование, а также поддерживающим Армению представителям, в том числе господину Филиппу Шреку, который удостоился аплодисментов. Представители Международного комитета Красного Креста в декабре посетили армянских пленных, находящихся в Баку. Информацию «Спутник Армении» сообщила ответственность за коммуникационные программы в Армении Зара Аматуни. Также отметив, была предоставлена возможность связаться с родными по телефону. Надеемся, что в дальнейшем с той же периодичностью посещение пленных продолжится. По информации Баку, после 44-дневной войны 2020 года 33 человека находятся в плену. Официальный Ереван, в свою очередь, уверяет, что количество пленных намного больше. По данным правозащитников, в Азербайджане находится 80 пленных. Западная Армения требует оккупанта Азербайджана вернуть на родину армянских солдат, которые ввели самооборону с целью защитить родину от террористических группировок. Амшенская автономная область, находящаяся под властью Трабзонской империи в 1484 году, потеряла юрисдикцию и перешла под османское правление. Из государственных регистраций Османской империи становится ясно, что почти все жители региона были христианами. После 1600-х годов в регионе началась исламизация.
1690-700-х годах группа амшенских армян, отказавшихся от исламизации, эмигрировала в район Аракли Карадере. В этот период почти все население Амшена было исламизировано. Однако не все амшенцы являются мусульманами. Амшенцы-христиане обосновались в селах и городах провинции Трабзон, Орду, Уние, Чаршамба, Бафра, Синоп и Адапазар. В дальнейшем значительная часть христианского населения мигрировала в противоположные берега Черного моря, в Крым, Сочи, Абхазию. Некоторые из оставшихся на родине были убиты в 1915 году, другие были высланы или эмигрированы в Константинополь. С точки зрения христиан-амшенцев, быть амшенцем имело то же значение, что быть себастаци, самсунци, что не считалось отдельной идентичностью. Амшенцы-мусульмане выдвинули на первый план свою амшенскую идентичность с целью отличиться от армянской, которая отождествлялась христианством. В то же время тем самым подчеркнул свое отличие от других национальных идентичностей региона, таких как лазы, греки, грузины. Таким образом, амшен перестал быть топонимом и стал больше похожим на самоидентификацию. Возможно, именно поэтому жители Ардвины на протяжении 250 лет до сих пор называют себя амшенцами. На вершине Цицерна-Каберта находится мемориальный комплекс жертв геноцида армян, построенный в 1968 году. Мемориальный комплекс Цицерна-Каберт по своему значению является самым важным, но мало кто знает, что первый в Армении памятник жертвам геноцида армян был построен ранее, в 1965 году. В 1965 году отмечалась 50-я годовщина геноцида армян. Геноцид против армян продолжал оставаться запрещенной темой в Советской Армении, поскольку Советский Союз таким образом пытался не портить отношения с Турцией. 24 апреля 1965 года стало переломным, поскольку армянское общество больше не терпело молчания и запрета в отношении памяти о своем болезненном прошлом. В СССР поднялась первая крупная волна восстания. В результате многотысячных демонстраций советская власть позволила Майр Атор отслужить святую литургию и поминальную службу в память о 50-й годовщине геноцида против армян. Именно в это время по инициативе католикоса всех армян Вазгена I рядом с кафедральным собором Мечмиадзина воздвигается первый памятник, посвященный геноциду против армян. Автором памятника является известный архитектор Рафаэль Исраэлян. Открытие памятника состоялось 31 октября 1965 года. Согласно древним верованиям, наши предки продолжают жить вечно среди нас, и мы остаемся бессмертными среди наших потомков. В отличие от других религий и учений, где после смерти воображается какая-то небесная или подземная жизнь, перенос души из одного тела в другое. В учении Айкян наша следующая жизнь считается жизнью наших детей, а предыдущая – жизнь наших родителей. Как сохраняет бессмертие семя цветка, проросшее весной, так и мы, неся наши родовые ценности и обычаи, сохраняем бессмертие нашего рода. Наши предки на закате жизни передают нам опыт и мудрость, которые приобрели в течение жизни. Это своеобразная цепочка чувства ответственности друг перед другом. Человек на протяжении всей жизни не живет со страхом, что после смерти за то или иное действие попадет в ад, а повышает чувство ответственности, любя своих детей, начинает любить себя, стремясь к самосовершенствованию, чтобы в своей следующей жизни стать сильнее и совершеннее. Смерть – это не зло, это одна из важных частей нашей жизни. Если мы осознаем смерть, мы будем жить осмысленной жизнью. Каджик Степанян. И в завершение новостей послушаем музыкальное произведение. Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!